1700 у него. И его. Сейчас, сейчас он грузился пока. Пошмотрим более-менее. Ладно, ханта, короче, мы оставим. Давай тогда Никита дойди на замену. Поставьте борт пакет. Только если что будет, ладно, Никита, если что там применить. Ну, типа, ну, делай, занимайся делами, но... Ну, вдруг кто-то тактику просто, хорошо, не знаю. Я напишу в 10 тебе. Так, ставьте шкаф, суммонимся. Все в Дискорде. 24 человека в Дискорде. Двух человек не будет здесь. Ирландец, кому он что, в инсте или что? Он в инсте, да. Там какие-то, блядь, давайте суммоньте людей. Все, Ирландец улетел. Чем мы будем чек по хп делать или так пойдем? Там и так можно разнести. Так. Поставлю. Ну, оставь себе сейчас, если нам сейчас. А, не, вообще, слаб. На тебе лидер, это будешь мат разгарить. Дай мне ассист. Поставьте шкаф локи. Да, уже по машинам расселись. Команда была какая-то? Тыкните по шкафу. Я еще предметки не расставил, уже тачки без брались. Так, Егор с Сумонем. И с Сумонем Пука еще. Пука с Сумонем. Так, короче... Короче... Так, УАЗик. УАЗик, УАЗик. Ты здесь, да, прыгай? Нет, ты на автодоре можешь летать. Дальше. Так, еще давайте по водилам. Всех, при всех рисуемся. Так, плюсаните мне, кто ездил на разрушителях у нас всегда. Кто ездил? Там, не где? Ездил или ездил? Нет, кто ездил, но именно стакал, короче. Так, давай, Слав, короче, садись в череп. Будешь на водиле. Мораль ты в квадрате. В трусах, короче, будешь нечаянно. Мы будем звездочки. Так, летать, короче, у нас будет у нас эта звездочка. В черепе будет летать, короче, у нас Абу-Даби с тобой будет. Ань, вылези, ты пособираешь и сломаешь пушку. Садись на... С морали у нас будет летать Телдрин. Садись, будешь собирать кучу данных и летать. Получается, Трейдэ назначил. И... Последняя машина, которая будет закидывать, это трусы. У нас будет нечаянно сидеть. Давай, пук дракона. Постакаешь и сломаешь пушку. Машина, которая не назначает. Я почему-то 4 машины все вижу. А, на 5 без метки. Так, в полумесяц у нас будет Масяня. Ты умеешь, да, стакать? Получи, да, Масяня. Раз ты залез в машину. Тут вообще? Его перекинули, блин? Мат. Сейчас я вызываю. Блять, он... Калит, что ли, чё надо? Бля, я видел, он сидел в гостиной, кстати. Я думаю, кто это такой вообще?
все, кого не назначат, тачки рассаживайтесь, которые свободны. Мне надо, блядь, последнюю машину назначить, а у нее шаман залез, блядь, а сам не в дискорде. Сиди, пана, полумесяц. Короче, он сейчас он зайдет. Кильтас, блядь, я в ахуе, блядь. Кильтас, нахуй. Я должен понять, что это шаман, блядь. Шаман ник тебе сделает, как у тебя в игре, и имя, скобочка, как у всех. А то я ебу, кто-то сидит вообще. Кильтас, блядь, здравствуйте, нахуй. Вопрос. Ты залез в разрушитель, ты умеешь кучу дан ставить, правильно? Или ты первый раз вообще здесь? Шаман. Ты в машину залез в разрушитель. Ну ты был тут, ты все справишься, так и будешь. Бля, короче, сядь, блядь, все, давай. Только смотри, блядь, не слакай. Ни один человек, плюс они, те, кто кучу дан будет собирать. Не залетать, кто может. Кого не назначил? Куин, садись, все. Куин, собираешь ему кучу дан, ты его не закидываешь, просто стреляйте и стакайте, уезжайте от машины. Заезжайте все потихоньку. Кто садится-то? В луну. Все остальные, кто без мета, кого не назначили, все по осадкам и разрушили мной. То есть, по чопперам садитесь. Давайте, я даю верчину, все здесь, не здесь. Стакаем кучу дан. До 10. Как настакаем, я дам команду. 4 машины, которые я назначил. Это звезда, череп, квадрат и какая-то там еще. Не луна, которая. Закидывайте людей. Так, все здесь. Давайте. Посадки пуляйте, поехали. Друзья, что ты. Масяня, заи. Ладно, поздно. Че, у нас не заехал кто-то? Не зарядил полчуданами машину. Зарядил. Без хп или массивный. Только не морозьтесь, блядь, все будет круто у вас. Что у меня с пингом опять? Ну? Так, давайте, заряжайтесь. Закидывайте. 4 машины, которые назначили, закидывайте людей. Блядь. Может, кинешь, нет? Слава. Лужа на мотоциклах не дайте посередине боя. Асяня, стреляй колчуданами, это вторая кнопка, синими, не огненными. Блять, ебать, я сейчас его кикну нахуй, с рейда из гильдии, ебать. Спроси уже, все умеешь? Да, умею, ебать. Нахуй, блять, вот это, блять, делать. Ой, я сдох. Что страшно. Кто-нибудь с мотоцикла, вылезти и сядьте. Ты в какой был машине? Череп. Из мотоцикла кто не подъедет и в череп сядь. Ебать, 2 остатки просто замерзли. Вы пьяные, блядь. Ускорь меня вообще, блядь. Так и не проявляйся. Масяня, что не получается? Не получается хоть сюда стакать? Это просто пиздец, но. Две осадки, блядь, замерзли, нахуй, блядь. Чел стакать не умеет. Да, понятно, что тут ноги, ну, я уже спросил у человека. Ты умеешь стакать? Да, умею, я здесь был.
Ты, блядь, не умеешь, нахуй ты залазишь в эту машину, ебаную. Падайте. Я просто сначала не понял, почему мне не нужно стаки колчедана тягать. Всегда фул машина и... А потом смотрю, он огнем валит. Пацаны, а чё вы, ну, сколько раз мы ходим, почему вы не хотите с пула кидать? Потому что, ты, блядь, это не нужно, ты так убиваешься. Ну, просто вот он когда в остановке стоит, он не юзает способности никакие. Ну так сдыхаем быстрее просто. Овощи. А, это не один. Ой, блядь. И там ничего сложного нету. Просто на мотоциклах люди... Просто это, блядь, назначается, нахуй, просто 20 минут стояния, нахуй, возле босса, блядь. Это уже в пройдено, уже было второй, третий РТ, нахуй. Все это убивается вот так вот, нахуй. Если, блядь, люди не будут морозиться, люди будут кучедан ставить. Все спокойно убивается. И без вот этих назначений, блядь, получасовых, нахуй, людей. Блядь. Пиздец, блядь. Опять метки эти ссаные ставят. Давай ставь назначай, пусть, блядь, пусть все равно так не можем, нахуй. Пусть, бля, летает по 3000 раз, нахуй. Да там под вторую он уже, у него процентов 20. Да мы сейчас и так убьем, не надо, блядь, если сейчас будем 20 человек, нахуй, назначать. Просто, блядь, человек, который, блядь, умеет нормально стакать, сядь, блядь, в разрушитель. То понимаю, что здесь делать. А шаман пусть, блядь, не знаю, катается на чопере по кругу. Ладно, давайте еще раз, как вы хотите, мне-то плохо. У меня время дохуя. А ты, Пелдер, ты же летаешь, нет? Летаю. Расстарайтесь по машинам тех, кто с кем сидел до этого, как я начал первый раз. Только, блядь, машина, которая свободная, сядьте человек, который, блядь, умеет стакать лучедан. Да сел, блядь. Пелдер, ты когда возвращаешься, ты, если мы уже пересели в другие станции, одни на свои места, то надо выйти и обратно сесть на обратно. Дох, ты это самое. Ты не был, да, в прошлый раз назначен никуда? То есть ты будешь, да, так? Да. С кем ты сидишь? У тебя есть твой этот? У меня никого нет. Пусть стреляет. Квин, садись с ним, ты же был с этим. Кто Войда тачку занял? Я, да. Я не занимал, я звездочку сейчас сел, черепа нету. Иди, вот я звездочки. Квин, крестик, давай. Квин, крестик. Все расселись. Давайте, блядь, на рассадку давай, что до ВРЧ, блядь. Все по местам, все. Масей там не может, блядь, вообще понять, где он находится, блядь, бегать. Сбейте сверху. Найди свободную машину и сядь на нее. Он сел. Там одна садка стоит за воротами. Заехать сюда. Все, пулять осадки, поехали. Десятку стакаем и закидываем, давай. Да ёб твою мать, это рот ебал. Сейчас с меня таргет снимет и закинем, пока стакать, бейте. Загружайся. Давайте, загружайтесь, короче. Я же говорю, он не лит, ты уже, почему-то впереди не лучше. Закидывайте. Все закинулись? Смотрите там. Четвером сидите? Все закинули. По своим меткам, где посидели, подлетайте. Аккуратнее, разрушитель. Я уведу в уши. Кто в трусах ходит? Нет, ладно, я сейчас уведу. Блядь, пацаны, ничего. Хас. Как-то космополит был на этом. Раз.
все стаки не проябать и добивать. Лут поставил? Да. Да. Все, нахуй, тут ничего сложного, блядь. Да, да, заебись. Когда люди знают, что делать, это хорошо, прям. Лужу разве он похоронил Булрейда? Максимум. Здесь вообще моя махуя. У осколок. Ой, сапогетник опять убегал, парень, здесь идет. Что там, пизда там тряпа впереди меня поприёвали, я его. Водомир какой по счету у тебя? Ну, в пачке. Гор, танчишь ты. А, ты у неё сколько штук? Морали. Хороший. Да, пусть, да, Егор танчит, наверное. Сейчас, по идее, морали... А, ну ты будешь танчить, короче. И морали побольше бьет, и морали будет давать аванхоле бафчики на этих... На серпал есть, в принципе. Бля, что-то я боюсь с этим шаманом идти, это пиздец. Типа я рот, да. А, поп, у нас нет, нет, некого тебя садить. Бля, я бы лучше на самом деле, блядь, Никиту взял бы, а 4 хила пошел. Зачарователи, нажмите там кто-то, мейн. Давайте, не стойте, полетели, потеряли. Давайте разбафать тогда рейд, что ли. Ну, умирать не хотите, стойте себе мелепачить кастером. Вот тут этой хуйни дайте просто корня на кресте и все. Ты у шамана спроси, у него ОД есть? ОД? А то у него башка синяя. ОД нет у нас синий. Он же не Иршам, не хил? Хил. Теперь и мне волнительно. Чё, где вы, блядь, полрейда? Вы чё там возле босса третесь, алё, блядь? С вас всё разрубит. Вы все мала. Чё, Квазивер нажал нет? Я надеюсь, что он нажмёт да. Сейчас он как, блядь, прыгнет нахуй, он ебло. Нормально, блядь, надеюсь, сообщи. Так же, да, тому дайте под боку нахуй. Ты не разберешь там рецепт, а зачарователей в рейде нету. Он... Или все они выучили его. Рецепт там лежит, он не разберется. А, да-да, я получил, конечно, криори, да. Но его нет. Но он типа работу работает, то не работает, не поймешь. Здесь он. Кому я не сломаю, если надо возьмите. Удачно пальцем. Киньте еще раз рейдинг. Квазивер, проблема в чем-то? Сейчас быстро релогнусь, у меня панельки пэта нету. Давайте, давайте. Магия. Темпи вар. Дайте столик, пожалуйста. Темпи варится. Класс, еще сразу все пропиваем. Кто тебе нужно одна? А, зелье дик. Жалко.
Все вроде не ломаются. Серьезно. Ну, а ты будешь либо есть, нет? Или она, блядь, невкусно для тебя? Шаман. Блядь. Дал СС лудомир. Рыба поешь, шамана, фласку выпей. В чем проблема? Это новенький, да, в гильдии? Это, походу, он новенький, не в гильдии, а походу, в игре тоже. Ну, в нас. Шаман. Рыбу поесть. Дай, есть ухладон. Покажите, кто без рыбы, кто без, без вас. Я при пуле выпью. А, ну с рыбой. Янзар, жри. А, он с фласки. Почему мне не показывается? Ну, может, бафы какие-то заслонили. Короче, я еще раз торчу, да, потому что я не видел, сорян, ребят. Чекайте, подготовка. А, так давайте метки нам поставлю вот тут. У меня с собой вот одаренных нам. Куда выносить, блядь. Либо, блядь, крест, либо квадрат. Выносим иск туда, на второй фазе. Прошу вас, не тупи. Все скрыли. Выскрыть свечится все, блядь. Давайте. Камел, в принципе, да. Можно убрать. Давай, короче, лови его, съебывает себя. Похуй на него, чем будет. Ну ладно, как раз сейчас чат катит, он подойдет, ладно. Геру тогда на сердце надо подниматься. Хотя мое сердце без Геры сломало. С метками только не сахар прошу. Все уже были по 100 раз. Давайте по фасту пройдемся хоть раз нормально будет. Без заёбы. Либо Альгеру, Масяня. Распотушили его нахуй. Нет. Бомбота там. Стопать или взорвите его. Бля, на нахуй. Суд Берни ободали. Еще нет, по-моему. Играть у нас. Ой. МК, дайте, кто там дает. Дайте бафу по ману. Каску бафу дайте по ману. Сейчас выйдет искра, искра сграда. Вынмут дальше. А че искру так долго бьют? Алло. В искру, я повторяю, все свечиваются. Проблемы какие-то есть? Войд выйдет и дамаж РДГ. Ёбаный. Ой. Сори. В искру играется. Алло, выйди, череп. Арстай, ну, блядь, ну... Ребята, ну вы что, блядь? Что, да? Помоносить надо или чё, блядь? Первый раз, блядь, как будто пришли нахуй. Бейся. Куимун, Бэйр Ламира, быстрее. Быстрее, быстрее. Вставайте, читам. Не прокидывай, нахуй. Ебать, что еще? Что-то было нам. Это метка в РДД была. Это пиздец. Ребят, ну вы что, блядь, вам оносить? Бля, короче, док, поноси метки, я просто не могу, нахуй. И метки дрочиться еще только. Падайте. Убьете. Зашли в лужу. Или вообще дайте боб. У нас масрез есть. Над вашими головами метка кидается. Череп или крест? Реагируйте, пожалуйста. Это не один раз. Еще две соточки получается. Так, пошли, блядь, успокойтесь. Все, блядь, слакер ебан. По голову. Не представляю, как Гавай бы орал. Да, главное.
блоки, короче, вас тоже касается свечи, если вы скручивались, то ДМЖ нет. Да, кстати, вискру вообще РДД, я смотрел, пару человек такой свеч на бис. Вискра появился, не дальше дотестовывать босса. Женёк, 30 тысяч, да. Тиазар, 17 тысяч. Половина вообще рэд, я вообще не вижу урона близко. Я сейчас, блядь, уж вычислил. Ну, вон Балока, который на первых местах. Жива вообще. Колючечка, блядь. Почему вы вскоре не слышите вообще? Малах, почему не скричился? Так, нечаянно. Я давал АЦ с Ладомиру, зачем вы слили БР? Просто не знаю. Он там два раза умер. А, он два раза умер? Окей. Ну, кстати, мили ДД, искра таунтится, если чё. Чё, релогнусь. Камни берите. Давай себя чисто за тупо нахуй. Женя, пора свои фласки уже иметь, ты уже какой рейд не имеешь. Я дам фласки. Был бы это первый рейд, а не четвертый, где ты не имеешь нихуя. Бля, я фласки всегда выпиваю. У меня просто времени нет даже бабки фармить, нахуй. Я только на РТ захожу. У меня всегда висит фласка, у меня не есть. У меня уже заканчивается. Ой, нормально? Вот дух-то захожу это раза 2-3 в неделю. Сейчас. Тут прикопана беда. На бафу. А буду описание. Мы ничего объяснять не буду, делать мне нечего. Пришли в рейд, должны все знать. Постарайтесь поносить, люди. Я не знаю, я не могу. Вы, блядь, там ДДшники, жмите эту кнопку, да, вторые, блядь. Вот и аносить. Масяня, выбежу. Масяня, выбежу. С рейда. Бог надо выбежать. Да долго, нахуй. Далеко убегаешь. Можешь не сбегаться моим парафразом. Геру, да. Геру. Рабочих разбери, пожалуйста. Убейтесь. Следите за меткой. С собой следите. Что вас будет заебить. Лайзер. Вот скруп все свечи. Вот так она должна умирать, нахуй. Милик отошли от босса. Масяня вышел, Масяня. Крест вынеси, крест. Крест вынеси. Ну куда ты бежишь? Я здесь был, проверяется. Затаунтите в мили? Да поздно. На портале? Ну, все на портале. Умели будет искра. Заберите с танка искру и бейте. Мораль. Включаем. Сейчас быстро искру убивается. Малак. Последний абдот. Опять на танке? Ебись.
Космос, дай мне инер, пожалуйста. Опыта ПДС. Скрою играть. Колючка. Колючка. Что ж вы так слабо, я не понимаю. Вы чего, призонос вообще не можете шуметь? Мораль. Шаман стат есть? Пусть лечит. Я даже Берк не хочу. Чего он у него чего? Ты еще знаешь, что чего. Триять. Что вы тут чего только там? Скру. А, Настя порт нажимать. Скру быстрей. Владимир, есть мастака? Давай. Пецту. Колючка. Отставил. Отставил. Сейчас на топоте сдашь что-нибудь. Массакр или масс дать? Да, Дрис, давай ты массакр. Отлично. Да, по идее, должен просилить. Кози. Вы скру сляйте босс, блядь. Авер. Бля, вот такое чувство, бля, пока вот людям не скажешь, нахуй они хуйнут. Искра, сейчас слейте. Искру. Бату здесь. Плохо, ребята, плохо, но. Ужасно бы сказал. Я, конечно, понимаю, что Мася не умер, ебать, но 300к нахилить — это просто пиздец. Шутка какая-то, ебать. Ну и на приколе, видимо. Чел сидит. Вот, кстати, там, блядь. А там Бору убрал на шею? Или я проебал его? Нет, не, не было. Значит, я тоже готов. Пиздец на шею. Инкомит дэмэдж в этом в искру. Все били. Да нихуя не били. Просто линкани. Просто палец не бил. Машину бил или как там. О, спасибо, пошли. Да, не совсем. Поехали. Играем в ремонтников. На пути. Танк на пути. Нет, космополит — это понятно, там роги и коты не свечат. Ой, прокидывайся. Что за хуйня, блядь? Вы что, в метке все стоите или что будет? А нет, на суфа кинулась хуйня с влиянием. Давай, Цезар, встал, побежал. Ну не стойте же в метке, подставил. Сдохли, стали, пришли обратно. Машина вообще ебать, потому что обжигает, но...
Бля, что самое охуело, что и не поменяешь. А что там, он там кран сидит на ком-то? Что он это? Кто такой кран, блядь? Проба. Бля, проба, ну. Это все объясняет. Ну, он на шамане в ком-то, он внутри не сидит. Я не знаю, кто он вообще такой. Ты? Типа, блядь, ты видел его вроде мне, брат? Ну, да, или нет, то. Один раз, и то мы учатся ждать. А, ну это сильно. Вообще, какая же ебатория с шаманами, это пиздец, да? Ну видишь, стабильного нету, нахуй. Вот именно, что да, стабильного нет. Были, да, всплыли, блядь. Им же играть сложно, там одна кнопка, блядь. Ну это средничка. Так-то там и щиток еще надо нажимать. Там. Это уже сложнее, блядь. И символ поставить, чтобы не откидывать, когда не надо. Это блядь, уже... тут еще 20 минут в рейде уже АФК нахуй все посъебывали. Так, 8 человек я назначаю. То на второй фазе, после смерти маленького, будет стоять на РНЖ. Все, блядь, держимся возле Абу-Даби. Возле кружка все. 6 метров набираем раньше. Я назначаю. Это 2 ардру. Кто танчит? Танчит у нас ты, Андрюха, и... Боя, танчит. И ты там в среднем большого заберешь Андрюха в Андрюха. Егор будет большим. Вот. 2 ардру. Я назначаю людей, кто на РНЖ. Два ярдру, Масяня, блядь, Масяня, прошу тебя, не слакай, просто выбеги, блядь, на рейндж возле, блядь, печеньки, нахуй, и стой на рейндже 6. Ты щиток на него не вешай просто, и в момент, когда лужа будет, тогда повешай. Может, спасет. Да, да. Не, ну я просто держу, чтобы он не стоял, блядь, в пачке, нахуй, вот в этой, которая будет дамажить. Это, короче, продолжаю, два ярдру. Это будет Шаман, получается у нас 4, я ДЦ, Саня 5, Хант 6, Квазивер 7, и он еще там меньше так раздает. Ну давай, ты будешь, Тиазар, короче, 8. Вот эти 8 человек, которых я назвал, после смерти маленького, когда будем бить большого, набирают от всего рейда рейд 6, точнее не от всего рейда, от печеньки. Выбегайте из рейда и от печеньки. Пэта уберите. Блять, что за придурок? Это кто, лок? Колючечка. Колючечка. Бля, я не сторонник этого, братан, но вот это завалит на фрейда. 500 не дам, вообще ебаный что-нибудь. Бля, стояли же, все нормально, чилили, бля, что за пиздец? Ну просто он правой кнопкой мыши нажал на боссов и все. Да. Пета на пассив поставь и пета так в перчатку и все. Можно либать, это, блядь, не игра, это просто... Давайте, ребят, попустим. Мы побежали, вернулись. Потом возмущение, почему меня в статик не беру. Кто на камере? Айбук тут новенький вообще. Он говорит, пока не замечался еще. Повторяю еще, кто не был в Дискорде, в 6 часов сегодня, короче, будем Каруйка собирать. В приоритете пусть люди, кто с первым статика приходят, потому что половина будет оттуда. Слав, будешь сегодня? Не, я к друидам иду. Куда? Ну туда же. Там у меня статик есть. Туда же с ГГВП. Хоть само бросает, я понял. Ну у вас же Дальний Восток, время 13:00, поэтому на это время ориентируюсь. У меня 3 перца еще потом останутся, я буду собирать, но не знаю, по настроению. Он, суп не поешь сегодня в 6? Ванёк, посёк. Ну, я, в принципе, тоже могу пойти. Только у меня сейчас, я вот устроился на работу, то у меня сейчас график будет вообще перебойный, хаотичный. Я сейчас, блядь, на работу устраиваюсь, ну чё, ребята? Ну, так, надо же день заработать. Да, чтобы донатить. Продавай голдуну лапы. Ну, палец насмоктался уже, в принципе. Надо что-то уже покушать. Шаман, проблема, блядь?
Вот там какой-то йос сапору зашел. Да я видел, что типа в первом стадике, но, блин, я сейчас график перебой, я не знаю, вообще смогу ли нормально играть теперь. Мне, скорее всего, я буду играть, как у меня будет получаться. Я возьму, но, блядь, он мне отвечает. Где шаман, он в DC вообще? Он подписан? Нет, его в DC. Ну все, значит, пиздец. Ну, в смысле, кельтас. Чел из гильдии пишу, блядь, мол, ну типа, блядь, бля, буду 25, он такой пишет, не-а. Вообще, ебать, нахуй тут сидят вообще люди, не понимаю. Не-а, тупо, ебать, написал. Ну хули, как там было? Три эрдру, да? Три эрдру, но с герой нет. Да ебать, ты ебать, да. Йосакура. Ты понимаешь, мы без геры его убьем. И вообще все без геры убьется. Сейчас я попробую по своим ЛФГ минут 10. Если не найдем, Никиту мы возьмем. А это Йосакура, что, не хочет? Но он написал, не-а. Понял. Сильно. Я бы кикнул сразу. Это мы просто слабые для него. Ну или может собирается. Я кикну просто, за нахуй, реально. Блять, ну это не ай, блядь. Почему я... У нас РТ, я даже у него спрашиваю, пойдет он в Ульдуар или нет на РТ. Сидит остров фармит. Да он чисто для бафа в гильдии сидит, для 25-го. Я нахуй, блядь. Курить ушел тогда. Походу стопудово надо шамана делать твинка. Приста у нас нет. Ну да, блять, надо, чтобы еще прист был. Где-то вот надо раздуплить приста, откопать. Шипешник. Ну у нас проблемы, присты и шаманы. Я думал, кого качать. Давайте, я даю... Шип... Приста либо пала, качну пала. 5 минут дал перекурам. Ну сегодня, в принципе, проходку Накса отменят. В 18.00. У меня шаман есть здесь 14-й. Девай еще. Ну, потом походишь, если надо пронос придешь, заебись будет. Я могу кому-нибудь реестр шамана дать, кто умеет играть хорошо. А чей это шаман? Круди, блядь. А. Какой я? Да был бы такой человек еще здесь. Блядь. Кому здесь шмот не нужен особо, кто может зайти на шамана, я могу дать. Вот. Ну, точнее, шаман. Человек минус можно было не писать. Владимир. Точно нет. Это надо кто-то, кто на замене, наверное, спросить. Там только Вильзевул и все. Сейчас поеду, должен быть Кокосик. Он тоже как Кокосик. Кокосика можно спросить. Там хули, там, блядь, мозга. Ты шамана умеешь играть? Рестор друида. Ой, рестор шамана, блядь, друида. Шамана, понятно. Бля, и этого Масяня тоже нахуй гильдии, блядь. Вообще, че, во-первых, блядь, нихуя не понимаю, что происходит. Да он, просто... видать, в Наксе где-то посидел, там вон шмотки с Накса и все. Он не понимает тактику просто. Он не то, что не понимает, но я просто не знаю. Ну я тут вижу только в 3 эрдру дальше идти, нечаянно, как в прошлый раз, блядь, спекать, блядь, и идти с кокосиком. Сейчас, уберемся. Ну я да, написал, единственное, что шамана нет, то есть геры нет. Я написал крана. Кран написал. Я написал ему все тоже. Могу пойти, только ДПС или слишком много, не прям там бегаю. Он Энх. Похуй. Ну так-то похуй, но. Давай нечаянно спекаемся в Эрдру. Нечаянно, у тебя это Эрдру он. Стастишка. Улучшается, приодевается, чарится. За место шамана ты нечаянно выбегаешь.
Кстати, шкаф, пожалуйста, ребят. Помог. Короче, давайте потихонечку бафать и все раздуплять, и сумонтесь, я буду пока дыму, то есть перерывы под укрывающим. Заходите в игрок, принесите. Бля, шамана говорили, а он в Дискорде. Ты в Дискорде, шаман? А, ты в Дискорде. Тогда поставишь от природы от тем. От природы поставишь и на Ranch House. Да, RDB House. В смысле не получится? А, там они один тип одинаковый, да? Это же один тот. Понятно, тогда ставишь RDB House, там нажимаешь листик. От листика бегаешь. Ну, блядь, женёк, колючечка. Подпаляйтесь потихоньку. Я просто не ебу за шамана. Колючка, заходи. Я сейчас, блядь, менять начну. Он с пули лопнулся, нахуй. Что странно, блядь. Ну, вроде в Дискорде сидит. Ну да, я вижу. Не пишет никто.